Вони – прикраса будь-якого столу. Вони роблять ідеальним смак безлічі страв. Сьогодні все буде смачно. Дарую вам хрусткі та духмяні солоні огірки. Божественно вкусно! Ваші банки з соліннями вибухають. Огірки зморщені, м'які та ще й вкриті пліснявою. Від сьогодні забудьте про ці проблеми. Адже неповторна Надія Матвіїва та королева домашньої консервації Алла Ковальчук підготували для вас одразу три неймовірні рецепти з огірків. Домашні, неймовірно соковиті та ароматні солоні, пікантні, мариновані та запаморочливо смачні гострі смажені огірки по-китайськи з оригінальною імбирною ноткою. Уже кітожа челюсть отпала. Разом з зіркою КВН Євгеном Нікішиним ви навчитеся обирати огірки так, аби вони завжди виходили хрусткими. Дізнаєтеся, що робити, аби ці овочі рівномірно просолювалися та не вкривалися пліснявою. А також унікальні секрети, як запобігти вибуху банки з консервацією. Більше жодного зіпсованого огірочка. Отже, готуйте разом з нами, і все гарантовано буде смачно. Да, солені огурці. Ви так їх любите. Включаєте їх в своє меню і в будні, і в праздники. А гуру домашніх заготовок і ваш любимий кулінарний експерт Алла Ковальчук пообіцяла. Тепер ви будете солити огурці божественно вкусно. Да, Аллочка? Конечно, Надюша. Здравствуй. Засолить ідеальні огурчики проще, чем вы думаете. Вот меня спрашивают, а ну как ты делаешь такие вкусные огурцы? Кому секреты не раскрывала? И сегодня вот впервые я раскрою все секреты, которые знаю сама, и поделюсь с вами с удовольствием. А все почему? Да потому что в гостях у нас человек замечательный, юморист, КВНщик, актер, ведущий Евгений Никишин. Жека, привет! Здрасте. Привет, привет. Жекочка, привет. Я такая рада. Улюбленец миллионов шанувальников КВН. Актер. Люблячий чоловік і турботливий батько – усе це про Євгена Нікішина. Півроку тому заради коханої дружини він вирішив навчитися готувати смачні млинці на кухні «Все буде смачно». О, браво! Боже, який ти молодець. Ти не позорив учителя, молодець. Але тоді він і уявити собі не міг, що зазнає фіаско зі звичайними солоними огірками. Тому Євген знову на кухні. Все буде смачно. Я всіх покорив вашими блинами. Сьогодні сподіваюся, що я зможу всіх покорити огурчиками. Хоча я вже починав покоряти, але... Жень, ну все-таки даже странно, що ти вирішив солити чи маринувати. У мене теща, вона сумасшедша. Ну, вона як би... Она больная по огурцам. Она живет в своем доме, а у нее теплица. И она, значит, сказала, что вот не знаю, что делать с огурцами. Очень много огурцов. Я сказал, мама, я сейчас все в этом году все решаю. Дело в том, что первые 10 лет я прожил в деревне. Мы прожили в доме моей любимой бабушки. И я видел, как она... солит огурцы еще не в банках даже, а в дубовой бочке. Ты вот так вот закатываешь рукав и... Самый нижний, да? Да, потом вот это... Облизываешь, достаешь огурчики, ну, хрустящий, холодненький такой, потому что в погребе бочка стоит. И я думаю, ну как, ну это же так просто. Огурцы получились мягкими, банка взорвалась. Ой. Я понял, что мне все-таки нужно... прийти учиться, к вам в гости. Да? Ну вот, вот у меня. Какая-то каша. Фу. Женечка, да. Ну покажи мне. Да, вот, получилась баночка-то такая вот. О, слушай, Женя, какая вот ограниченная у тебя здесь плесень. О, смотри, какие они пустые. Ой, пустые. Я просто вспоминаю, что вот раньше ты заходишь в погреб, у тебя стоит эта баночка, и ты ее берешь, ты несешь там в дом, и знаешь, что сейчас гости будут радоваться, будут смаковать. И надо учиться, пока я еще молод, а я еще молод, чтобы потом уже... похвастаться. Сегодня я научу вас готовить традиционные, душистые, хрустящие и невероятно вкусные солененькие огурчики. А еще остро-пряные маринованные огурцы по-чешски. И удар под дых. Оригинальное блюдо. Жареные огурцы
по-китайски. Это блюдо понравится самому большому гурману. Закрывай ротик. Жареные огурцы. Да, уже Кит уже челюсть отпала. Посмотри, на холодильнике есть твоя фотография. И сегодня, когда мы засолим огурцы, приготовим жареные огурцы, что удивительно, у нас в галерее звезд еще одна твоя фотка появится. Ну, здорово. Класс. Понеслась? Сперва мы тебя испытаем, и ты знаешь как. Давайте. Кулинарный тест. Готов. 5 вопросов, которые составила Алла, они касаются этапов приготовления соленых огурцов. Вы, пожалуйста, тоже на эти вопросы вместе с Женей отвечайте. Первый вопрос. Какими должны быть огурцы для засолки, чтобы они были упругими, гладкими и без пупырышек, с белым пушком и с пупырышками, с черными шипами и пупырышками? Так. Неважно, любые подойдут. Давайте с белым пушком и пупырышками. А почему ты выбрал такой вариант? Ну, потому что я светленький. Вот выбирая именно с белым пушком, у тебя получился пушок в 18 раз больше. Во! Точно. Женя ответила неправильно, как правильно мы узнаем немножко попозже. Угу. А пока второй вопрос. Так. Что нужно сделать с огурцами перед засолкой, чтобы они получились хрустящими? Натереть солью. Замочить в воде, натереть чесноком, либо замочить в яблочном уксусе. Я думаю, что их нужно натереть солью. Но ответ неправильный. Да ладно. Третий вопрос. Когда нужно закатывать банки с огурцами, чтобы они не вздулись? Сразу после заливания рассола, через 12 часов после заливания рассола, через 3 суток после заливания рассола. Только после захода солнца, по фэншую. Зачем долго тянуть? Сразу залил, закатал и через час открыл, уже съел. Хороший ответ. Хороший. Ну, неправильно. А пока у нас 4-й вопрос теста. Ага. Что нужно добавить в банку с огурцами, чтобы не завелась плесень? Помнишь, как у тебя на фотографии? Угу. Йод, чеснок, горчицу, лимонный сок. Горчицу. Это правильный ответ, да. Я угадал? Да. Отлично. Готов. Следующий на 5-й вопрос. Где остужать банки, чтобы огурцы не потеряли своей упругости? В теплой воде, в одеяле, на сквозняке или где удобно? Нужно же заворачивать в одеяло. Прошлая встреча пошла тебе на пользу. Да? Ты такой умненький стал парень. Женя ответил правильно. Да ладно. Ну вот, ну наконец. Спасибо. Ой, Тимузи мой. Для чего нам одеяло или старая шуба? Также мы узнаем чуть-чуть попозже, Жень. 2 правильных ответа у Жени. Это прекрасный результат. Будьте с нами в течение этого часа. Алла с удовольствием раскроет необыкновенные секреты, которые точно пойдут вашим блюдам на пользу. Нам нужно выбрать огурцы. Надюшенька, и это первый вопрос нашего теста. Да, правильно? Напомню, какими должны быть огурцы для засолки, чтобы они были упругими. Женя ответил, с белым пушком и пупырышками. Я бы как раз с белым пушком и принес. Мы попросили Женю, чтобы он по дороге к нам купил те огурцы, которые он считает идеальными для засолки. Ты принес огурцы, и для засолки такие огурцы не подходят. Дальше мы рассмотрим, почему они не подходят. Мы приготовили огурцы, с которыми сегодня будем работать. Пожалуйста, с заднего стола принеси огурцы. Боже, какие они разные. Есть 2 основных вида огурцов. Это салатные и для засолки. Вот те, которые ты купил, это огурцы салатные. У них белые пупырышки, и они называются белошипными. У салатных огурцов очень мягкая кожица. И мякоть внутри также мягкая. А если мы зальем их рассолом, так, такие огурцы станут еще мягче, и они превратятся в кашу. И никакой хрусткости в огурца просто-напросто не будет. Вот огурец, шипы у него черные. И вот проведи пальчиком, они острые такие. Ага. Самая главная функция этих шипов – пропускать влагу вовнутрь огурца. А, вон да. В чем дело. Думаю, чем, темнеют цвет, шипы чем? На огурце из-за пигмента. Он называется флавонин. В салатном огурце этого пигмента нету. А именно флавонин делает так, что огурцы пропускают меньше влаги. То есть не раскисают они. Вот тебе и на. И поэтому огурчики тверденькие, хрустящие. Да. Этот огурец подходит для засолки.
кожица намного грубее от салатной, и мякоть также тверже. В засолочных сортах есть много сахаристых веществ. Именно эти вещества помогают огурцам бродить. То, что нам самое главное нужно. Отлично. Но я вижу, Аллочка, что тут не только огурцы с разными пупырышками, но и вообще очень странные какие-то вот огурцы. Это не странный огурец. Называют в народе репанек. Репан. Этот огурец уже перезрел, он уже пожелтел. Такие огурцы не годятся для консервирования. Они как этими огурцами, как обычно, кормят свиней. Я хочу взять вот такой огурец. Это салатный огурец, он без шипов, он совершенно гладкий. Такой огурец у нас для засолки не подходит. Это только для салата. И еще очень главный признак – это упругость огурца. Попробую его так согнуть. Это свидетельство того, что огурец уже не свежий. Видишь, он как резиновый, правильно? Да, он вообще прям такой. А теперь попробуй вот этот огурец. О, этот прям твердый такой. И не гнется, правильно? Вообще прям. Это свидетельство того, что огурец свежий. И очень-очень важный еще момент – это хвостик. Зеленый хвостик. Это огурец свежий. Это а если увядший, вот уже такой несчастный и уже коричневый, его сорвали очень давно, и он для засолки не подойдет. Да. Ребята, не будем забывать об еще одном устройстве, с помощью которого можно определить качество огурцов. Евгений? Алкотестер? Нет. Это обычный нитратомер. Мы-то с вами уже знаем о его существовании, пользовались. Когда сектором учились готовить картошку, проверяли картофель на наличие нитратов. Беру и... Вставляй. Нитрат-тестер. Нажимаем «Окей». Окей. Идет. Когда мы на «Все будет добро» вместе с Костей Грубичем учились выбирать ранние овощи, он сказал, что норма для огурцов – это 150-350 миллиграммов на килограмм. Идет измерение. О! 500 миллиграммов на килограмм? Надо взять перчатки, чтобы держать этот огурец. Отбрось этот огурец, Женя. Это огурец, при выращивании которого использовали такое количество нитратов, что он превратился фактически в яд. Надюша, я предлагаю попробовать огурчик посветлее цветом, тот, который принес Женя. И посмотрим. Но для чистоты эксперимента нужно зачистить прибор. Сок убрать. Зачистить. Идет измерение. 2 миллиграмма на килограмм огурцов. Здесь нитратов. И содержание нитратов в норме. Можно еще как-то измерить? Если у огурцов темно-зеленая кожура, как в этого огурца, это должно насторожить вас. В этом огурце очень много нитратов. Огурец без нитратов, он более светлый. Шипы у него есть, но они более мягкие. То есть, если пальчиком провести, то они просто-напросто снимаются. Это свидетельство того, что этот огурец нормальный. И есть еще один способ. Нужно просто в дырочку спросить. Здрасте, а нитраты выйдут гулять? Женя, нет. Все, а нет нитратов. Нет, все. Итак, для засолки надо брать огурцы специальных засолочных сортов с черными шипами. А еще они не должны быть мягкими и гнуться. Молодые свежие огурцы имеют приятную нежно-зеленую окраску и упругий хвостик. Ставь эту тарелочку туда, а неси нашу корзинку. Ой. Здесь у нас 3 килограмма огурцов. Из этих 3 килограммов мы сегодня сделаем 3 блюда. Первым делом мы должны огурцы хорошо помыть. Как это говорится, мы доверим кому? Жене! Так, бери, пожалуйста, я тебе помогу чуть-чуть. Так, Женечка, сейчас быстренько огурчики делим на 2 мисочки. На 2 мисочки. Быстро давай, нам больше. Мисочки. Мы разделили, чтобы хорошенечко помыть огурчик. Сейчас мы с тобой меняемся. Ага, так. Так, я тебе даю чистенькую мисочку. Надюшенька, ты дай нам, пожалуйста, губочку. Вот этой мягенькой частью. Хорошо. Мы должны очень тщательно помыть каждый огурчик. О, я помню, мы мыли огурцы, когда бабушка нас заставляла, наберет килограмм 700. И мы вот их моем, моем. КамАЗ привозил или БелАЗ? И я помню, хочется же погулять с мальчишками. Конечно, это все так было. А у тебя такой тазик, и вот... Я тут вот еще работа. А, это уже в ночную смену мне придется оставаться. Надя. Все, последний. Ваш последний огурец. Как ты занимался засолкой огурцов? Да. Брал воды, брал соль и брал сахар. В банку напихал этих огурцов.
Вот, положил туда специи, залил кипяточком, закрыл и... Ошибка на ошибке. Вот так залил, и все пошло. Сейчас я поделюсь секретом, что нужно сделать с огурцами перед засолкой, чтобы огурцы получили именно хрустящими, а не такими, как у Жени. И это вопрос теста. Что нужно сделать с огурцами перед засолкой, чтобы они получились хрустящими? Натереть солью дал неправильный ответ Женя. Натирать солью огурцы, Женечка, и вы запомните, ни в коем случае нельзя. Вы повредите кожицу, она пропустит слишком много рассола вовнутрь огурца, и огурцы получатся мягкими, как ватными. Вот так и получились. Чтобы огурцы получились хрустящими, их нужно просто-напросто замочить в холодной воде. Так а что это даст? Во-первых, вода не дает огурцам потерять влагу. Хрустящими получаются огурцы, в которых очень много влаги внутри. А во-вторых, в огурцах, которые полежали в воде, образуется тонкая влажная прослойка под кожицей. Именно эта прослойка во время засолки предохраняет огурец от сморщивания. Мы сейчас замочим огурцы для того, чтобы видеть разницу между замоченным и незамоченным огурцом. Один оставим для эксперимента. Давайте. Аллочка, имеет значение, какой именно водой заливать огурцы? Я дома пользуюсь родником. У меня частный дом, скважина, поэтому у меня проблем нет. Люди, которые живут в квартире, из крана течет вода хлорированная. Ни в коем случае этой водой заливать огурцы нельзя. Кальций и соли металла тормозят процесс засолки. Из-за такой воды огурцы получаются ватными. А вода для замачивания огурцов обязательно должна быть мягкой. Берите обыкновенную фильтрованную воду или бутилированную. Аллочка, вот такую воду, как ты сказала, фильтрованную, я уже приготовила. Спасибо, Надюшенька. Бери, Женечка. Заливаем огурцы. Огурцы должны быть покрыты водой полностью. И второй кувшинчик тоже, Женечка, второй, да? Постой, давай с этой миски, пока мы не замочили в воде, отберем 7 огурцов, ровненькие, красивенькие, для жареных огурцов, для третьего блюда. Бросайте сюда. Так, а мы заливаем. Просто такие маленькие, молоденькие, они всплывают. А вот так просто-напросто положить сюда сверху тарелочку, и огурцы полностью покрыты. А сколько по времени они должны лежать в холодной воде? Так, замачивать огурцы нужно 1 час. Но у нас огурцы свежие. А если вы купили огурцы, и они полежали или на рынке, или у вас дома, и стали вялыми, тогда подержите их в воде подольше, не больше суток. И воду нужно менять 2-3 раза. Вода становится теплой, бактерии, поэтому воду меняйте почаще. Огурцы у нас замачиваются 1 час, мы займемся зеленью. А вот и букет. На 1 банку возьмите по 5 листочков вишни и смородины, 2 листочка хрена. Укроп нам нужен будет сразу для 2 блюд. А почему именно столько, Ал? Общая масса пряностей не должна превышать 5-6% от массы огурцов. То есть 10 килограмм огурцов мы должны взять 500 граммов специй. Если будет много специй, эти специи забьют аромат огурца. Что дальше? Листья хорошо промыть под проточной водой. Бери их. Я даже знаю, кто это сделает. Надюша, спасибо за сито. Сито необходимо для того, чтобы вся лишняя влага из зелени у нас стекла. Вот сюда, Женечка. Еще нам понадобится 2 зубчика чеснока. Молоденький чеснок. Вот здесь у нас есть хвостики. Борода. Да, это борода. Лучше использовать наш украинский чеснок, потому что, который, знаешь, красивый такой, и вот здесь полностью обрезанный. Это чеснок импортный. И он с горячей водой, с кипятком, моментально синеет. 2 зубчика чеснока. Вот, пожалуйста, сюда, в эту тарелочку отправляем. Огурцы в воде еще должны находиться 40 минут. Да, где-то так. А для нас с вами время пролетит незаметно. 40 минут прошло. В общей сложности огурцы у нас вымачиваются в воде целый час. А значит, можем приступить к засолке. Нам понадобится сейчас 3-литровая банка. Женя нам сейчас расскажет о ней. Об этой банке. Скажи, вот как ты дома делал? Надо было простерилизовать. Так как у меня сосед пьющий, я с утра к нему подошел, он дыхнул.
И чистота, порядок. Все было хорошо, замечательно. Да? Да. Ну, скажи соседу, что он плохо дышал, потому что огурцы твои я видела. Там просто была вот такая плесень. Хотя, Женечка, для засолки огурцов стерилизовать банку не обязательно. Да? Серьезно? Конечно. Ведь при засолке происходит реакция брожения. Ну. А во время брожения все микробы гнилостные умирают. И значит, наши огурцы не испортятся. Отлично. Брожение выполняет ту же самую функцию, что стерилизация. Самое главное, чтобы на банке не было ни трещин, ни сколов. Потому что в дальнейшем, в данном случае мы делаем засолку огурцов, у нас холодная вода, но еже в трехлитровых банках делают и маринадом заливают, чтобы банка в дальнейшем не лопнула. Самое главное посмотреть вот сюда. О, это паспорт этой банки. Банки такие, да. Есть паспорт? Вот. Если больше 5 лет, такая банка может не выдержать термической обработки. А у нас какой? А у нас все нормально. 13-й год. Теперь вернемся к нашим огурцам, которые уже у нас сейчас стоят в воде. Это огурцы, которые мы будем засаливать. А теперь закончим эксперимент, о котором я говорила в начале. Разрезаю огурец, который у нас в воде пробыл ровно час. И разрезать, который свежий. И сравнивать. Поразительно вообще. Здесь вот вокруг, между мякотью и кожицей, есть такая тоненькая прослоечка. Она отличается по цвету. Это именно та прослоечка водяная, о которой я вам говорила. Точно. С огурцами разобрались? Разобрались. Вот тебе банка, вот тебе зелень. Так. Вот тебе огурцы перед тобой. Пожалуйста, покажи нам быстро, как ты закладывал огурцы. Нужно один слой. Да. Уложить. Хорошо. Потом сверху еще специи. Ага. И сверху еще один слой. Давай, показывай, как ты огурцы. Они должны стоять вот так вот. Надо девушку с тонкой рукой. Давай. Что тебе нужно сделать? Нужно их поставить, вот, чтобы они вот так стояли. Женечка говорит правильно. Огурцы нужно ставить. Да? Да. Старайтесь на нижний слой выбирать огурцы покрупнее. Ну вот я смотрю, что уже маленькая ошибочка, а? Надюшенька. Старайтесь ставить вниз цветочком, а вверх хвостиком. О! Это тоже важно. Вот да. Так именно, да? Да, да, да. Верх попка огурца, она более там такая твердая и широкая. Давай. И когда следующий слой огурцов, чтобы он не придавил, именно где более мягкий огурец, мы ставим хвостиком кверху, потому что там у нас будет немножечко потуже. Мы еще один слой огурцов будем. Надо сейчас обязательно проложить средний слой, тоже специи. Вот здесь, Женечка, прокладывать еще одним слоем не надо. Зелень будет дополняться только на дно и поверх наших огурцов. Алла, правильно, что мы вот так прям утрамбовали? Вы не натрамбовали, вы уложили плотно огурцы. Это так и нужно делать. Если уложите туда. Неплотно, в банке будет слишком много рассола, и огурцы будут мягкими. Запомните, что все крупные огурцы внизу, чтобы просолились хорошо, а более мелкие наверх, даже если не будет немножко хватать рассола, это не страшно. Они у нас станут соленые. Уже сейчас мы можем огурчики положить. Если огурцы более крупные, и вы не можете уложить огурцы, вы можете легко разрезать огурец, где-то сантиметров по 3 высотой, такие будут колечки, и уложить их в банку, заполнить пустоты. Они будут очень вкусные тоже. Аллочка, обязательно 3-литровую банку брать? 3-литровые банки просто удобно. И еще, именно соленые огурцы, после того, когда вы открываете банку, они остаются вкусными и, можно сказать, свежими на протяжении где-то 2 месяца. А когда маринованные открыть огурцы, через 4 дня они становятся невкусными. Поэтому? Маринованные я делаю в литровых банках. Мы отлично это все сделали. Зеленушка. Теперь нам нужен перец горошком, пожалуйста. 5 штучек. А чеснок? Да, сейчас чеснок. И лавровый лист. Для 3-литровой банки достаточно 2 средних листочка. Банка полностью у нас готова. Да. А теперь очень важный этап засолки огурцов. Это... Ай! Не рановато, еще же не засолили. В эту рюмочку уходит 100 граммов. На 3-литровую банку 100 граммов соли у нас идет. Если у вас нет рюмки, вы можете воспользоваться столовой ложкой. Не часто, наверное, Жень, ты 100-граммовый стаканчик соль сыпешь? Ну, часто держу 100-граммовый стаканчик, но соль... Для засолки берите обычную крупномолотую каменную соль. Мелкая соль, она более соленая. Кристаллы располагаются более близко друг к другу, и вы можете пересолить. Пересолить. А еще открою свой собственный секрет. Я для засолки беру именно морскую соль. Чем она отличается от обычной? Она приятнее на вкус, она более полезна. Это точно. Да. Аллочка! Ау!
А йодированную соль? Ее нельзя применять при солении огурцов. Йод, он же антисептик, да, да, и он задерживает процесс брожения. Огурцы просто-напросто скиснут, и у нас эффекта брожения не будет, и огурцы не получится. И сейчас высыпаем это в банку. Сейчас мы берем холодную бутилированную воду и заливаем смело огурцы. То есть холодную? В этом и секрет вкусных соленых огурцов. Если вы зальете огурцы кипятком или кипящим рассолом, огурцы станут мягкими. Хрустящие получаются именно при холодной засолке. Наливай воду, и вы также наливайте, не доходя до краев банки, где-то 2-3 сантиметра. Закрывайте чистой капроновой крышкой, а теперь активно должны потрясти банкой, чтобы соль размешалась. Давай мелодию. Так, ты смотри, там соль у нас уже растаяла? Конечно. Все, ставь, пожалуйста. Если немножечко останется соль, это не страшно. Вот просто, быстро и красиво получились у нас огурчики. И теперь третий вопрос теста. Когда нужно закатывать банки с огурцами, чтобы они не вздулись? Вот взял бы сейчас Женя и закатал. Конечно. И у Жени дома огуречный фейерверк был бы, да, Женя? Да. Если мы накроем, в банках начнется процесс брожения. Начнет вырабатываться водород и углекислый газ. Эти два элемента начинают искать выход. Его нету. И что происходит? Крышка взрывается и фейерверк. Хорошо, если крышка, может и банка лопнуть. Ой. Да. Поэтому, когда вы залили банки рассолом, их необходимо поставить в теплое, темное место. Но ни в коем случае не на солнце. Наиболее благоприятная температура для брожения 15-20 градусов. Вот именно тогда выделяется достаточное количество молочной кислоты. Она позволяет огурцам хорошо просолиться и долго храниться. А молочная кислота, все же знают, что молоко с огурцом не очень. Нет, хорошо. Молочная кислота – это природный консервант, и он вырабатывается при квашении капусты, при солении овощей. Мы сейчас должны неплотно закрыть крышечкой. Возьмите миску и поставьте банку в миску, потому что у нас будет процесс брожения. Может пена с банки выходить сверху. И это может просто-напросто испачкать вашу кухню. Неплотно закрытая банка. Отправляем на 3 дня. Но, естественно, мы ждать 3 дня не можем. И я привезла огурцы, которым уже 3 дня. Ой, какие они прям. Вот, пожалуйста, тебе емкость и ложечку дай. Вот эта пена, которая образуется, нам лучше ее снять. Вот, смотрите. Вот, по-моему, все. Разрешаю тебе достать один огурчик и попробовать. Ух ты, давай. Да, потому что это получается у нас уже малосольные огурцы. Очень многие любят такие огурцы. Только один огурец, один. Женя. Повторим. Малосольные огурцы. Так, в общем, огурцы вот надо быстро закатывать, потому что сейчас мы все съедим. Да. Приступаем к последнему этапу засолки огурцов. Вам понадобятся крышки для закатки. Одну, пожалуйста, Надюшенька, обыкновенную металлическую, и вторую дай европейскую, потому что у нас будет 2 вида огурцов. Соленые и острые маринованные. Обязательно проверьте, чтобы резинка плотно прилегала к крышке. Вот она, плотно, да. Если резинка будет сидеть неплотно, то будет пропускать воздух. Начнут развиваться бактерии, и крышка, естественно, взорвется. Крышки мы будем стерилизовать. Стерилизовать. Да. Отправляйте крышку обыкновенную. И крышку, евро? И евро также. Пока крышки стерилизуются, мы займемся рассолом. Рассол необходимо слить из банки, и мы сейчас его прокипятим. Стоп, подождите. Ау. А почему мы вначале не кипятили, а второй раз кипятим? Потому что мы добивались брожения. А теперь кипячением мы остановим процесс брожения. И сейчас я добавлю в этот рассол 100 мл обыкновенной бутилированной воды. Пусть лучше чуть-чуть будет больше рассола, чем не будет хватать. Значит, крышки должны у нас кипятиться 5 минут. Рассол вот-вот закипит. Надюшенька, у нас еще остался очень важный процесс. Это вопрос теста. На который Женя правильно ответил. Да. Что нужно добавить в банку с огурцами, чтобы не завелась плесень? Горчицу. Горчица. Горчица в своем составе имеет не только антибактериальные, но и антигрибковые вещества. Они успешно борются с плесенью. Надюшенька, дай маленький лоскуток ткани хлопчатобумажной, нитку и горчицу. Нам хватит вот 1/4. Так, отрезай. Горчичка, вот, ребятушки. Так, Женечка, на центр ткани насыпай 1 чайную ложку горчицы. Теперь поднимаем краешки и делаем такой мешочек.
ниточки. Завязываем ниточки. Этот мешочек располагаем на... Вот оно что! Мы-то думаем. Надюшенька, дай, пожалуйста, решетку из духовки. А зачем нам решетка? Металла очень большая теплоемкость. И когда мы будем заливать банку, которая имеет комнатную температуру, кипящим рассолом, металл примет на себя большую часть тепла. Понятно, и отлично. Банка не лопнет. Рассол у нас прокипел 5 минут. Заливаем аккуратно, не спеша. А я в это время быстренько подготовлю крышечку. Давай, не бойся. Отлично. Горячей крышкой накрываем. Все. Теперь закатывай. Работал этим? Да. Ты уже до упора. Не надо давить. Теперь обратно. Как мы уже делали, когда варили варенье и закатывали его, кладем бумажное полотенце, переворачиваем и проверяем. Если не вытекает жидкость, тогда... Тогда ура! Значит. Женя, молодец! Хвала! Последний вопрос нашего теста. Где остужать банки, чтобы огурцы не потеряли своей упругости? В шубе тещи. В одеяле. Женя ответил правильно. Когда у нас рассол и сами огурцы будут медленно остывать, а это будет в течение 2 дней, поверьте мне, даже может больше, чтобы огурцы остыли полностью. 2 дня будут остывать? Да, 2 дня. И огурцы от этого будут хрустящими. Они у нас не сморщатся. То есть не будет перепада резкого температуры. И именно это влияет на качество огурцов. Мы на задний стол, наверное, поставим, расстелим там одеялко и закутаем огурцы. Когда это можно начинать употреблять? Через месяц. Отлично. Итак, соленые огурцы, наше первое блюдо, закатаны и остывают. Теперь мы можем приступить ко второму блюду. Маринованные огурцы по-чешски. Для маринованных огурцов мы обязательно должны пастеризовать банки. А ты, Женечка, сейчас должен хорошенечко промыть банку. Вот тебе, пожалуйста, мисочка. Надюшенька, а ты дай суду. Прошу. Губку, Надюшенька. Прошу. Все, вот теперь так, чистая. Теперь сполосни чуть-чуть баночку. Мы будем стерилизовать банку с помощью духовки. Надюшенька, включай духовку 160 градусов и отправляем банку. И мы стерилизуем банку до той поры, пока банка совершенно будет сухой. Теперь мы займемся огурцами. Так. Чтобы замариновать огурцы, нам понадобится... Огурцы. Маленькие огурчики, морковь, так. Укроп, так. И корень хрена. А для маринада вода, уксус, соль, сахар, душистый перец, перец горошком... И горчичные зерна. Угу. Мы должны заняться сейчас маринадом. 250 миллилитров холодной бутилированной воды ставим сюда. 40 граммов сахара. Это 2 столовые ложки. 20 граммов соли. Той же морской? Да. Я добавляю душистый перец. Перемешать. Что нам еще понадобится? Так. Ты должен сейчас добавить сюда 1/2 чайной ложки горчицы в зернах. Перемешиваем, и это все должно закипеть. Так, что там у нас с баночкой, Жень? Она полностью сухая. Сразу прикроем крышечкой. Да? Закипело. Кипит уксус. Уксуса нам необходимо взять 70 миллилитров. Мы можем использовать вот нашу рюмочку. Да, то есть половинка 50, чуть больше. Хорошо. Все. Заиграл. Я чуть-чуть убавлю огонь. А мы сейчас подготовим коренье. Для 1-литровой банки вам понадобится 3 колечка моркови толщиной около 5 миллиметров, кусочек корня хрена. Надюшенька, дай мне ножик, я почищу хрен, а ты морковочку 0,5. Есть. Сейчас пару веточек укропа. Пожалуйста, отправляйте в банку. Осторожно, она еще горячая. Отправили. И огурцы выкладываем. Крупные огурцы, получается, у нас нижний слой, более мелкие – верхний. Теперь, пожалуйста, морковочку располагай. Хрен. А тем временем я набираю воду. Эта вода нам необходима будет для пастеризации огурцов. Теперь кипящим рассолом заливаем нашу банку. Точно так же, как мы делали с солеными огурцами. Закрываем, не есть. Полностью. Вот прикрыли и все. Вода у нас уже подогрелась. Отправляй сюда банку.
чтобы не было такого бурного кипения. Mm-hmm. Я чуть-чуть убавлю огонь. 95 градусов, у нас получается кипяток просто дышит. Это пастеризация. При пастеризации вредные бактерии погибают. Вон оно что. А витамины все сохраняются, что нам и нужно. 15-20 минут будет происходить пастеризация наших огурцов по-чешски. И за это время мы сделаем жареные огурцы. Для жареных огурцов нам понадобится 0,5 кило свежих огурцов. Также возьмите 1 стручок чили, перца, 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла. А для заправки перец чили, опять-таки, свежий имбирь, подсолнечное масло, соевый соус, уксус, сахар и водка. У-ху! Дождались. И еще сливочное масло нам надо будет. Ай. И зеленый лук. Это в самом конце для презентации блюда. Огурцы должны очистить от кожи. Разрезать пополам. Ложечкой выбрать семена. А я сейчас возьму перец чили и имбирь. А вот скажи, пожалуйста, в обычной жизни, вот твоя жена Татьяна, бывает, что она твоих шуток не понимает? Бывает. Но зато, например, свои шутки, я знаю, что я могу проверить. Проверяешь на ней? Если она смеется, то это вообще капец смешная шутка. Почистили мы. Сейчас огурец пополам и ложечкой нужно удалить семена. Мы с Евгением используем разную технику вытаскивания семян из огурцов. Я предлагаю технику лодочка, она быстрее. А Жека как, веслами? Женя использует метод ковырялочка. Не делайте так, как делает Женя, а делайте так, как надо. Сейчас мы должны огурцы нарезать соломкой. Так, сковородочка у меня нагрелась. Наливаем 3 ложки масла. Отправляем на сковородочку 1 перец чили, который порезан мелкой соломкой. И отправляем огурцы. Все время надо помешивать. Надюшенька, теперь бумажное полотенечко, потому что мы огурцы должны будем обсушить. А я буду готовить сейчас заправку. А как понять, что огурцы уже готовы? Они внешне у нас не извинятся. Они станут чуть-чуть просто мягче. Понятно. Огурцы готовы. Пожалуйста, высыпай в мисочку. Поразительно. Мы так ловко и быстро обжарили огурцы, что они даже не успели дать сок. Мы делаем сейчас заправку. Сковородочка у нас остается та же самая. Я добавляю опять-таки 2 ложки растительного масла. Сейчас я отправлю сюда перец и имбирь. Добавляем соевый соус. 1,5 столовые ложки. Берем уксус. Да. Сколько? 1 столовая. 1. Теперь у нас идет сахар, 1 столовая ложка. 1 чайная ложечка водочки. Вот сейчас пошел запах, вот. Очаровательно. Добавляем сливочное масло. Это последний ингредиент для нашей заправки. Сколько? 30 граммов масла у нас растает, и заправка готова. Как, все, выключаем. Я возьму сейчас зеленого лучка. Если порезать, я могу. Давай пополам. Мелко-мелко нарезаем. Сейчас выкладываем жареные огурцы, как в ресторане. Ой, как красиво! Жека, ну ты мастер! Наше блюдо жареные огурцы по-китайски готово. Маринованные огурцы пастеризуются уже 15 минут. Осталось только закатать. Бери, пожалуйста, очень аккуратно. И сейчас закручиваешь крышку. Мы закручиваем до щелчка. Переворачиваем. Ничего не течет. Банка закатана шикарно. Заворачиваем в одеяло огурцы. После того, как банки с огурцами полностью остынут, нужно поставить их в темное место с температурой не выше 15 градусов. Если температура будет выше, банки вздуются. Теперь главный вопрос, когда мы будем есть огурцы? Да. Я привезла из дому огурцы, которые у меня были уже. По такому же рецепту? По такому же рецепту, но с прошлого года. Это маринованные. И вот соленые огурцы. Не есть, а фотографироваться. И... Так, я хочу пробовать эти огурцы. Вы прекрасно смотрите с ними. Открывай. Мы сейчас попробуем наше блюдо, а рецепт вы сможете записать чуть позже. Ой. Вот этот мешочек. Знакомый мешочек. Да. Ну что же, пробуем. Огурцы. Приятного аппетита. Да. Хрустящие, пряные, в меру соленые. Приятный вкус, необыкновенный аромат. Вот. Мы берем хрустящие. Слышно? Слышно? Угу. Именно так выглядят вкусовые оргазмы. А вот этот вот... Ням-ням. Чешки-то молодцы. Да. Шикарно, шикарно. Да. Прям замечательно. Но у нас еще есть жареные огурцы.
Здесь, я думаю, что вкус перчика, вот он отдает, он такой... Необыкновенно пикантный соус и жареные огурцы, казалось бы, будут водянистыми. Нет, у них появилась такая нежная мякоть, в то же время слегка хрустящая, потому что они не пережаренные. Когда я теще приготовлю жареные огурцы, Угу. Она подумает, Женя она... перегрелся. Нет, она просто подумает, да, что сумасшедший. Просто шикарно. Друзья, я... Для засолювання 3-літрової банки огірків вам потрібні 1,5 кілограми свіжих огірків, сорти для засолювання, 2 молодих листки хріну, 5 листків вишні, 5 листків смородини, пучок кропу, 2 лаврових листочки, 5 горошин запашного перцю, 2 зубчики ярого часнику, 100 грамів морської солі та 3 літри джерельної або фільтрованої води. Замочіть огірки у воді мінімум на 1 годину. На дно чистої банки без колів і тріщин покладіть листя хріну, вишні, смородини та гілочку кропу. Потім вертикально і щільно викладіть великі огірки, а зверху дрібніші. Зверху викладіть по листочку хріну, вишні та смородини. Додайте часник, перець, лавровий лист і сіль. Залийте холодною очищеною водою. Закрийте банку капроновою кришкою та добре потрусіть, щоб сіль розчинилася. Поставте на 3 доби в тепле темне місце, лише злегка прикривши кришкою. Потім зберіть піну з банки. Злийте розсіл в окремий посуд, додайте 100 мг води і прокип'ятіть приблизно 5 хвилин. Зніміть піну. Присипте огірки гірчицею або додайте її, попередньо загорнувши в чисту бавовняну тканину. Не поспішаючи, залийте огірки киплячим розсолом до краю горла банки і закрутіть стерилізованою кришкою. Переверніть банку догори дном і перевірте, щоб з-під кришки не текло. Закутайте банку ковдрою і залиште остигати. Після цього поставте на зберігання в темне прохолодне місце. Аби замаринувати літрову банку огірків по-чеськи, візьміть 500 грамів маленьких огірків, сорти для засолювання, 1/3 середньої морквини, 1/3 коріння хріну і 1 гілочку кропу. Для маринаду 300 мл джерельної або фільтрованої води, 70 мг оцту, 40 грамів цукру, 20 грамів морської або звичайної солі, 5 грамів запашного перцю в горошинах та 3 грами гірчичних зерен. Огірки помийте і замочіть у м'якій воді мінімум на 1 годину. Помийте і простерилізуйте банки і кришки. Усі складові маринаду змішайте, доведіть до кипіння і кип'ятіть 5 хвилин. В кожну банку покладіть по 3 кільця моркви, шматку кореня хріну та гілочку кропу. Огірки щільно розкладіть по банках і залийте гарячим маринадом. Поставте банки в каструлю з гарячою водою та стерилізуйте на маленькому вогні 15-20 хвилин. Закрийте банки, переверніть догори дном і перевірте, щоб кришки не протікали. Остиглі банки покладіть на зберігання. І на сам кінець – екзотика. Смажені огірки по-китайськи. Для їх приготування вам потрібні 500 грамів свіжих огірків, 1 стручок перцю чилі, 3 столових ложки соняшникової олії. Для заправки – 1 стручок перцю чилі, 10 грамів свіжого імбиру, 1 столова ложка соняшникової олії, 30 грамів вершкового масла, 30 мл соєвого соусу, 1 чайна ложка горілки, 1 столова ложка оцту, 1 столова ложка цукру та кілька пер зеленої цибулі. Чилі почистіть від насіння і дрібно наріжте соломкою. Огірки почистіть, розріжте вздовж наопіл, вичистіть насіння і наріжте огірки соломкою. На сильно розігріту сковороду з невеликою кількістю соняшникової олії викладіть огірки і шматочки чилі. Обсмажте їх на сильному вогні не довше 1 хвилини, весь час струшуючи сковороду. Для заправки перець та імбир наріжте соломкою, викладіть на розпечену сковороду з невеликою кількістю соняшникової олії. Додайте соєвий соус, горілку, оцет, цукор і безперервно помішуючи, прогрійте суміш. Додайте вершкове масло, перемішайте, а потім охолодіть. Смажені огірки з перцем викладіть на тарілку, полийте заправкою і посипте подрібненою зеленою цибулею. Готовте з нами, і у вас все буде смачно!